Ну, вот как сообщают в компаниях, которые занимаются продажей авиабилетов, многие россияне уже это делают. Практически сразу после того, как МИД и Ростуризм рекомендовали нашим гражданам не посещать эту страну, о желании сдать билеты заявили 20% клиентов одного из сервисов. Некоторые турагентства уже прекратили продажу путевок на турецкие курорты. Росавиация тем временем предупредила об усилении контроля на рейсах в Турцию. Пассажирам советуют прибывать в аэропорты заранее и с пониманием отнестись к принимаемым мерам безопасности.